руку. Начинаем фарм бандосов, но перед этим возьмем квест у Ярла Фалкрита, чтобы сразу построить поместье. Башня, конечно, халявная. Вот мы и на месте. Здесь нас ожидают два милишника и один лучник в скобочках архимаг. Вроде он никогда не спускается, но это не точно. Раз мы недалеко, то заскочим и в хребет острие ножа. Редгард, что ли? Что-то пока без мага. Опа, а вот и первая шмотка из мода на лут, жаль, она мне нахер не нужна. Навидаемся в шахту Корка. Интересно, ты придумал.
Ничего интересного. Докладываем Ярлу о зачистке бандитов. За кадром сделал квесты для жителей Фалкрита, нарубил дров вампирши, принес прах для жреца и собрал картошку. Очень сложные поручения. Тут всегда дают меч с чаркой на вторую молнию. Покупаем землю для поместья. Итак, я отстроил поместье. Единственное, что мне тут нужно, это палисадник для выращивания алхимических ингредиентов. Садим 5 кустов морота пенел, 3 лозы, по одному лютому грибу, голубому и лиловому горноцвету. Пока на алхимию у меня нет экспы, так что продолжаем фарм бандосов. Тут всего один лучник, так что можно без размытия. Бесит, когда они вино пьют и хилятся. Сразу чекнем сундук. Ну, как обычно. Лул. Ну вот и все. На юго-востоке от Ривервуда есть парочка бандитов.
Теперь зачищаем Хелген. Там должен быть лучник. Вот это бандос. Фуларки тебе шлема. Снаружи остался один лучник. Ну конечно, ты вино выпил. Бежим внутрь. Опять Редгард. Берешь ядовитую стрелу, как вылезают ящерицы с Редгардами. Берешь огненную и сразу же Данмер, Капа. Комната ожидания легендарки. Пятьдесят
переходим к вайтранским бандитам, приречная застава. Тут куча лучников, которые могут быть архимагами, нужно быть осторожным. Вроде все, осталось волчару убить. Ничего. Двигаемся к лагерю контрабандистов. Не сразу заметил, что это ящерица. Направляемся к лагерю чистых родников. По пути прихлопнем пару браконьеров.
Снаружи чисто. Обереги рулят. Очередное ничего. Итак, нужное количество экспы получено, теперь можно прокачать алхимку до 25 и начать делать зелье. Делаем самые простенькие зелья, на ману, стамину и здоровье. Ману будем пить очень часто, а остальные крайне редко. Берем 10 уроков восстановления. Покупаем перст смерти и новый оберег. Перст нам понадобится в одном месте, но это будет не скоро. Возвращаемся к бандитам. Лагерь Тихих Лун. Тут тоже куча лучников, которые могут иметь свитки. А вот и босс.
Снаружи вроде все, сбегаем до сундука. Ничего нового. Теперь зачистим внутреннюю часть. Легкотня. Приют Ридорана. Пусто. Логово Плута. Тут вроде должен один быть. Что-то не хотят выходить. Фейл, ну хоть размытие сработало.
Ну вот и все, осталось сундук чекнуть. Ну хоть что-то выпало, разумеется, мне это кольцо нахер не нужно. Напоследок продадим весь тот хлам, что собрали за выпуск. Вышло около 30 000. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр.